Всем привет! С вами Teen Daily и Диана Астер. И сейчас я вам покажу, что у меня в косметичке. Что такое Teen Daily? Это нужно видеть. Ищи приложение в App Store и Google Play. Teen Daily – твой друг навсегда. Сейчас я вам расскажу все поэтапно, как я крашусь и чем. Начинаем у нас с тона. Тонус Эрбориан. Вот такой вот нюд. Супер тонкий, супер незаметный и идеально скрывает все неровности вашей кожи. Дальше мы скрываем наши точечные неровности вот таким вот консилером от NARS. Я реально им пользуюсь, поэтому он вот такой вот. Собственно, потом все покрываем пудрой Лаура Мерсье. Самый-самый бледный, он почти полупрозрачный, потому что у меня очень бледная кожа, и все остальное выглядит на мне желтым. Дальше мы начинаем контурить наше лицо вот таким вот Makeup Forever скульптором. И сверху покрываем щечки и еще некоторые места нашими румянами. Румяна от Benefit. Ребят, я ими пользуюсь, потому что они безумно вкусно пахнут. Очень вкусно пахнут. Я буквально, когда крашусь, я их просто сижу и нюхаю. Дальше мы вот таким вот от Kylie Jenner хайлайтером украшаем наши базовые места. У меня тут вот был котик в гостях. Котик поцарапал мне палетку. Дальше я крашу глазки и бровки. Бровки у нас вот такой вот Manly Pro карандашик. Тоже для блонда самый светлый, потому что если для блонда переборщить с цветом, то он будет темный, темные брови. Не очень круто смотрится. Вот. Рисуем дальше стрелочки подводочкой от Urban Decay. Самая лучшая подводка в этом мире. И точно такая же к ней. Есть тушь, вот они комплектом. Обычные щипчики вот такие вот, база. Точилочки для карандашиков такие, по 5 копеек. Гель для бровей у меня есть вот такой вот от NYX, но я не пользуюсь, потому что мне не нравятся зачесанные наверх брови. Сейчас они зачесаны, потому что это красил визажиста, но я не зачесываю брови. С вами была Диана Астер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие косметички.